что ж, а сегодня нам не стыдно принимать любых гостей и любых девушек, потому что воды у нас, хоть залейся, как мы выяснили, вода, конечно, в ближайшее время станет главной ценностью. Илона Герасимова у нас в гостях, Илона, друзья. Илона Герасимова? 20 лет. И самое интересное, мы обычно не читаем полную биографию, но тут прям интересно, потому что кандидат в мастера спорта России по художественной гимнастике, участница шоу-балета, сольная танцовщица джаз-модерн. Илона, здравствуйте. 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 Алексей, а вы уже как-то, я смотрю, как-то в профессиональном каком-то костюме. Да. Илья, здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Ой, вы как мастер спорта банально сели, я думал, вы сейчас стройный кабинет сидит на голове. Все впереди. Все впереди? Конечно. Илон, расслабьтесь. Чувствую себя спокойно, уверенно, так сказать. Что вас привело на телевизор? Мне интересна работа на телевидении, мне интересна творческая деятельность. Понятно. Я вижу себя исключительно в творчестве. А что вы умеете такого, чего не умеют другие? Да. Ведь же до вас много девушек приходило. У нас там вот прям доска почета. Что вы можете сделать такое, что не может сделать ни одна девушка? Ну, может, многие могут, но думаю. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ой. Головой бились. Слушай, синтеротрок, между прочим, сейчас это самое. Можешь постоять так, 2 секунды хотя бы? Чтобы сразу было понятно. Так, внимание, Леш, приготовься. Все конкурентное преимущество. Быстро. Леша. Секунду. Есть. Точно? Да. Нифига слушайте, себе. А это же на этом же не заканчивается явно умение. Конечно, кандидата в мастера спорта. Я покажу. А мы, мне кажется, нащупали, главную способность, и давайте-ка ее педалировать. А вы еще сольная танцовщица? Да. Танцовщица. Танцовщица. Эстрадная. Можно свои, пожалуйста? А у вас парные танцы, Анатолий, извините. Анатолий не знал. Я придумал дурацкую походку, да? Не, послушайте. У нас очень мало времени до рекламы. Я не смогу танцевать мало времени. Я либо танцую, ребята, и тогда я вся ночь проходит в танцы. Либо нет. Хотите воды? Хотите воды, Илона? Хотите воды, Илона? А можете, говорю, вот прям с... Конечно. Ну, Анатолий давно мечтал научиться танцевать. А куда-нибудь туда вот развернитесь, чтобы все... Надеюсь, у нас вечерняя программа, дети не увидят. А что они должны увидеть? Секунду рекламы, друзья, у вас еще на время все это происходит. Это танец сейчас мы... Да, держите мою ногу свою. Вот эту. Да. Держите, возьми ее. Когда тебе последний раз такое говорили? Держи мою ногу своей ногой. С другой стороны. Как с другой? Лучше с другой. Вот так вот? Быстрее, время уходит, реклама у нас и... Нет, с другой стороны, наоборот. Короче, да. Ну что ж, Анатолия. Так. Нет, наоборот. Ну что делать? Ладно, мы уходим, друзья, мы прервемся на паузу, а пока Анатолий объясним, что же... Давайте, еще раз, значит, где нога должна быть? Хочет Илона. Мы скоро вернемся. Реклама. Где нога? Вот здесь? Первый вот раз, здесь, да? Так, правильно? Да. Или опять неправильно? Нет, неправильно. Давайте просто вот здесь встанем. Я... вот так вот, да? Да, это... Так делаем? Сцена из «Титаника», которую Ди Каприо повторял, там 3 вывеска было, Анатолию было 15 за время рекламы. Да. Вот так. Вот это, вот так. Да. Это левая нога называется в простонародье. Так, что делаем? Хорошо, ладно. О, Господи. Так, что делать? Толян! Уже ничего. Опускать? Опускай, опускай, Толя! Мама! Опускай! Что делать? Тебе? Опускай! Толя! Аккуратней! Вау! На! Я первый раз так видел этот испуг. Илона! Илоночка, садитесь на место. А в какой программе вы хотите сниматься? В вашей, исключительно. В нашей? Все, ну что же, я считаю, что вот Илона сейчас очень хорошо продемонстрировала расширение Москвы. Все возможности моего, как выяснилось, гибкого тренированного тела. Вы видели, что я сотворил? Да. Вы видели, что я сделал, действительно? Ну ты сантиметров на 30 поднялся на мысочке, чтобы тебя не задело. Гибкого тренированного тела. Ну что, я думаю, все конкурентные преимущества Илоны, ну, видны сразу. Ну да. Невооруженным, как мы это называем, взглядом. Взглядом. Поэтому давайте в какой-нибудь экстравагантной, экзотической
позе. Позе. Закончим нашу сегодняшнюю программу. Илон, спасибо Илон, огромное. Ни слова не сказал, это повертелось, покрутилось. Хорошо, зачем? Это можно наблюдать часами. Знаешь, какая для Илона самая экзотическая поза? Ее мама два раза в этой позе видела. Вот так вот, знаешь. Типа, Илоночка, что с тобой, девочка? Что с тобой, милая? Давайте прощаться, друзья. Время подходит к концу. Все, давайте. В позе Илонева экстрима встанем и прощаемся. А вы можете на шпагатах на руках у нас сесть? Могу, конечно. Ух, ничего себе. Давайте. Ты видел, что она сделала? Глупый вопрос. Нет, Ален, уже у тебя руки подточены под Илону. Вот так? Да. А я, подожди, а я скажу. Подождите, стойте, держите. Держите. Ну да. Мы это держим. Это была профилактика. Спокойной ночи.